Друзья, всем привет! Если у вас летает черная мошка, я вам покажу простейший способ, как от нее избавиться. Берем пол-литра воды, и нам понадобится обычный аммиак. Одну столовую ложку добавляем на пол-литра воды. Перемешиваем, переливаем пульверизатор. Стараемся не попадать на растения, а только на землю. И по необходимости обработку можно повторить. И черной мошки у вас точно 100% не будет.